Сколько тебе лет? Не знаешь? А как мама говорит, сколько тебе лет? Лет, годиков, сколько тебе? Считай. 3. Ну, давай, расскажи. Ты участвовал в каких-нибудь утренниках, спектаклях в садике? На сцене выступала в садике, в спектакле? Что-нибудь рассказывал? Давай, нам можешь тоже рассказать? Стишок. Мы слушаем. Начинай. Поехали. Не расскажешь нам ничего? Не хочешь стишок рассказывать? Нет. Боишься нас? А что тебе нас пугает? То, что мы незнакомцы? А какой ты стишок знаешь? Как он называется? Полин, как ты, как стишок? Вы с мамой учили стишок сегодня? Ты сможешь что-то сказать нам? Давай, не бойся. Не бойся, не бойся, мы тебя не укусим. Молодец. Очень здорово. А ты любишь мультики? А какой любимый мультик? Какой? Ага. Ага, а кто у тебя там любимый персонаж? Актриса? Да? Да? Угу. А у тебя есть любимая принцесса? Как зовут? Как? Можешь говорить погромче, потому да, что... Да, поговори громче, мы тебя не слышим. Аладдин. Аладдин? Принцесса, а может, Жасмин? Да. Жасмин любимая, она классная вообще, мы тоже ее очень любим. Так, а ты танцуешь? Сможешь там сегодня танцевать? Даже не знаю, не хочешь? Ну ладно. Хорошо. Спасибо тебе большое, Полин. Можешь идти к маме.